брить или не брить бороду для защиты от вируса? Вопрос, так и не решенный даже на 10-м месяце эпидемии. Но пока ученые спорят, управление Минюста по Московской области издает документ. Адвокатам и нотариусам надо носить маски, а под ними, цитата, «пользователи мужского пола должны быть тщательно выбриты». Все, как рекомендуют медики. Маска, вот, которая надета на мне, к сожалению, она не может плотно прилегать к лицу, борода ей мешает. Да? Остаются зазоры, и при дыхании человек может либо вдохнуть инфекционный агент, либо в некоторых случаях выдохнуть инфекционный агент и послужить источником заражения. Документ Минюста обозначен как рекомендация, но за нарушение грозят штрафом до 40 тысяч рублей. Среди бородатых и усатых нотариусов пока недоумение. Многие и так работают в максимальной защите. Если я в обязательном порядке одеваю маску, которая плотно предохраняет, и также одеваю защитный экран, который дает возможность мне защитить себя. Устава, как в армии, запрещающего бороду, у юристов действительно нет. И заставить бриться нельзя. Но в истории всякое бывало. Такая инициатива вызывает ряд параллелей. Да? Когда у нас Петр I, в свое время вернувшись из Европы, посчитал, что бороды носить не гигиенично, и указал бороды всем сбривать. Споры о том, увеличивает ли борода риск заразиться, идут уже давно. Многие врачи с началом пандемии сделали выбор в пользу гладкого подбородка. Им ведь в масках приходится иногда ходить сутками. Заметно уменьшил бороду и главврач коммунарки Денис Проценко. Доктора сикхи, которым бриться запрещает религия, придумали свой способ, как спрятать волосы на лице. Проблема действительно общемировая. Аргументировать можно, будет лучше прилегать маска. У кого-то она немножко отстанет, а третий наденет не такую маску. Больше, чем юристы и врачи, о бороде могут знать только барберы. Очередь из адвокатов пока не выстроилась, да и к проблеме борода-маска здесь свое отношение. Борода и усы якобы мешают плотно прилегать маске к лицу. Вот это на самом деле звучит как-то немного, даже на мой взгляд, абсурдно, поскольку лишний объем на лице, наоборот, на мой взгляд, позволяет более плотно прилегать к маске. Ну, а тем, кто и с бородой расставаться не хочет и вирусов побаивается, совет точно такой же, как при защите рук. Регулярно обрабатывать лицо специальным обеззараживающим лосьоном. Дезинфекция и ношение масок – пока единственные способы уберечься от вируса. Главное, чтобы маски были не такими, как у этих самых отчаянных бородачей.